Диверсантов задержали сразу в нескольких областях Украины. В Николаевской разоблачили группировку, которая готовила акции к 9 мая. По данным СБУ, подозреваемые должны были организовать взрыв во время возложения цветов к монументу Великой Отечественной войны. Еще троих злоумышленников поймали в Луганской области. Это двое россиян и один белорус. Они пытались перейти границу в пункте пропуска Должанский. Задержанные планировали усилить местные военизированные формирования в Донецке, а в Мелитополе Запорожской области устроить беспорядки 1 мая с последующим захватом админзданий. Под Днепропетровском арестовали очередного подозреваемого в попытке диверсии. При обыске у него обнаружили устройства, которые могут быть использованы для организации взрывов, а также российский триколор, сообщают в областном штабе национальной защиты. Мужчина находился в самодельном шалаше в лесопосадке. При задержании он вел себя агрессивно, утверждает, что никаких диверсий не планировал. В шалаше жил из-за ссоры с женой. Личность задержанного сейчас устанавливает СБУ.